Израильские врачи провели одну из самых редких операций в мире. Специалисты отделили голову арабской девочки от позвоночника, чтобы спасти ей жизнь. Врачи из больниц Шнайдер и Бейлинсон работали 12 часов, отсоединяя и присоединяя обратно сосуды и нервы, чтобы спасти 9-летнюю девочку, зная, что в случае ошибки она навсегда останется парализованной. По словам руководителя операционной бригады, специалиста в области нейрохирургии позвоночника, профессора Эйяля Ицхайка, эта операция была одной из самых редких в мире. История болезни началась 2 месяца назад, когда отец обнял 9-летнюю Тару Аамар и обнаружил странное образование в ее шее. Обратились к врачам, и оказалось, что это крайне опасная опухоль с очень сложным анатомическим расположением на втором шейном позвонке. Для проведения операции в связи с ее беспрецедентной сложностью была собрана большая команда нейрохирургов, отоларингологов, пластических и челюстно-лицевых хирургов и анестезиологов. В результате им удалось извлечь пораженный опухолью позвонок и заменить его имплантом, выполненным на 3D-принтере. В процессе голова у основания черепа была осторожно отделена от туловища, а затем возвращена обратно. По словам представителей больницы, нейрохирургическая процедура закончилась удачно, пациентка была переведена из отделения интенсивной терапии и сейчас восстанавливается. Таре еще предстоит длительный период реабилитации, но главная опасность осталась позади.